Всем приветос, с вами снова канал Виола Хорс. И у меня грязные руки, потому что я рисовала плакат, который находится сзади. Но покажу я его на трансляции. Да, сегодня трансляция будет в 3, наверное, в 3 часа, скорее всего, в 3. Да. Вы готовьтесь, я жду вас там, да. Ну, в общем-таки, перейдем ближе к делу. У меня на канале уже 100 подписчиков. Я этого числа ждала 2 года. 2 года я снимала видео, 2 года я ждала этого числа. Это было просто шок. Я пришла со школы, и потом мне приходит коммент. Ну, это, конечно, ну, короче, вот не приходит, а вот я вижу, там высветилось уведомление. Она давно высветилась, ну ладно. Я смотрю, у меня Женя Хорс пишет: у тебя 100 подписчиков. Я такая немного удивилась. Захожу. У меня 100 подписчиков, я там прыгала от радости просто, у меня было идеальное настроение просто. Я слушала музыку, я начала вытирать свою полку, где все мои фигурки стоят. Ну, короче, это было для меня шок. Да, я ждала этого числа настолько долго, я так страдала, когда же у меня будет 100 подписчиков. Да, и наконец-таки, в общем-таки, я... Перед, у меня как-то было перед 90 или 80 было подписчиков, я уже готовилась к тому, что у меня будет, короче, хотела на 100 подписчиков сделать клип. Уже подготовила, кусочки видео, потом начала записывать песню, которую я сама написала. А потом у меня резко остановилось число подписчиков, я, короче, потом психанула, выбросила эту песню, удалила все, что я делала, ну, потому что ужасно, да. Ну, а в этот раз я все решила... Уже сделать конкурс, да, первый конкурс на моем канале. Это как-то неожиданно, я еще ни разу так не делаю, но стоит попробовать, да. И конкурс я уже все подготовила, да. Итак, сначала я вам оглашу призы, а потом уже условия. Итак, за первое место вы получите попону, если вы играете. Там будет попона, не знаю, вот... Подойдет на коллекта, ну, может быть, на тяжеловоза шлейк, ну, короче, разберетесь там, может быть, ну, да. Попона, кордео для кобылки, да, скорее всего, для кобылки. Потом бонус такой, я вам не скажу, какой, чтобы у вас была интрига. И я вам не показываю, какие именно, вот, что, какой именно кордео, какая именно попона, потому что интрига. Слишком много интриги. Ну ладно. За второе место вы получите ушки. Да, ушки. Ушки выводной недоуздок. Да. Выводной недоуздок, разумеется, не шлейф, а собственного производства. Я попытаюсь сделать все аккуратно и идеально. У меня фокус такой тык-дык-тык-дык скачет. Попытаюсь сделать все идеально. Ну, постараюсь, вы знаете. Седло уздечки нету в условиях, потому что я рукожоп. И я не могу сделать нормально. Тем более у меня у самой седла не очень получается. Да и уздечки тоже. Ладно. За третье место вы получите недоуздок, кордео и бонус. А, да, кстати, за второе место тоже бонус. Первое, второе, третье место, там бонусы идут, да. А теперь перейдем к условиям конкурса. Итак, вам нужно будет кое-что сделать. Сначала я хотела, как все люди, которым лень что-то придумывать, сделать генератор случайных чисел. И таким, такая вот легкая победа у кого-нибудь была бы. За первое, я имею в виду первое место, второе, третье. Но нет, я пошла дальше. Что же придумала Виола Хорс? Рисовать вам не нужно. Делать какие-то видео вам, именно вот специальные видео, относящиеся к чему-либо. Я имею в виду, ну вы поняли, да? Вам надо будет сделать кормушку. Вот. Да, вам надо будет сделать кормушку. Кормушка, блин, другие рисунки, что-то сделать такое видео насчет какого-то сериальчика, там, допустим, какое-то специальное видео, клип там. Но кормушка, Да, вам надо будет сделать кормушку. Кормушку для лошадок фигурок. Вы меня поняли, да?
Вам надо будет сделать ее из картона, можно из дерева, короче, что у вас есть, то берите. Можно ее покрасить, либо самоклеющейся бумагой обклеить, либо обычной бумагой обклеить, либо краской покрасить, сделать ее вырезать ее из картона, склеить ее. Возможно, добавить какую-то свою изюминку, потому что клеечка, рисуночек, какие-то украшения, не знаю, что-то либо. И вы должны снять это на видео, сказать, написать, что это для канала Велохорс, да, на конкурс. И под этим видео напишите в комментариях, я участвую, да, и я буду периодически заглядывать на ваш канал, чтобы просматривать, сделали ли вы что-либо. Срок дается 2 недели. Может быть, я сжалюсь, если кто-то не успеет, напишет, что я не успеваю, там, и так далее. Может быть, я еще и 3-ю неделю накину. Но пока что 2 недели даю вам, чтобы долго не ждать, потому что... В общем, в принципе, все. Все, что я хотела сказать. Всем пока. Ждите трансляцию сегодня. Серия, кстати, выйдет скоро, очень скоро. Уже все смонтировано, я скоро выложу. И съемочки. Я хотела сегодня заснять уже 5-ю серию, но у нас такая ужасная погода, ужас просто. Поэтому, может быть, на следующей неделе серик не выйдет. Вот именно 5-я серия. Вот сейчас 4-я выйдет, а 5-я, может быть, и не выйдет. На следующей неделе. В общем, может быть, что-то изменится, короче. Всем пока, с вами был канал Велохорс. Спасибо за 100 подписчиков. Всех я люблю, всех своих подписчиков. Да. И всем пока. Ого, она такая страшная, когда без фокуса. Как дракон.